Я с удовольствием представляю замечательную картину, картину-легенду, картину-шлягер. Это фильм «Брат». И песня «Полковнику никто не пишет». Эту песню исполнит Ярослав Дронов. Вносит очень много своего. Он делает очень клевый номер, проживает его от начала и до конца. И вообще впитывает, как губка, все полезные вещи, которые я, как наставник, могу ему дать. Каждое выступление – это большой стресс и большой труд. Нужно быть готовым к тому, что уходят люди, покидают, и их остается все меньше и меньше. Уверен, что наставник Роман мне предоставит возможность петь более лирические песни. Во всяком случае, он сам говорил, что отъявлены самые рок-н-ролльщики, они пели самые крутые баллады. Стараюсь подбирать Ярославу интересную и, может быть, не всегда стандартную музыку. Хочется ставить перед ним сложные задачи. Ярослав Дронов. Большие города, пустые поезда, не берега, не дна. Все начинать сначала. Полковнику никто не пишет. Ярослав Дронов, у меня такой вопрос. Это был у тебя саундтрек к фильму «Звездные войны»? Нет, мы хотели сделать что-то подобное, смесь в стиле «Город грехов» и «Матрицы». Я думаю, что у нас что-то получилось, потому что достаточно неожиданный вариант решения предложил Роман Емельянов. Так что я думаю, получилось. Игорь Юрьевич, вам слово. Как раз я из тех людей, кто симпатизирует тебе, Ярослав, и каждый раз ожидания совпадали с тем, что я в итоге видел. Сейчас, когда началась песня, вот та самая манера, которая тебе очень подходила, когда ты был в смирительной рубашке и пел несколько другую песню, сейчас совершенно не легла на эту песню, старик. Но я понимаю, когда пошел номер, когда пошли уже балетные в плащах, и мы так подумали, что вот некая такая история киношная, общая, да, триллер такой. Но сейчас вот эта песня не была тебе органична, понимаешь, о чем полковник не пишет. И вообще та боль, которая
одолевала человека, героя фильма «Брат», она ушла. И куда-то ушла в какую-то модность, стильность. Ну, хорошо. Но как бы, но с другой стороны, это такое прочтение. Ты имеешь на это право. Спасибо большое. Ларита Спасибо. Милявская. Рома. Ром, ты понимаешь, какая штука? Вот то, что ты сказал там в профайле, абсолютно справедливо. Ему пора петь баллады. А как я изменился? Но ты понимаешь, Рома, в чем дело? Конечно, можно любую песню подать по-разному. И номер очень красивый. Но беда в том, что там для этого исполнителя ему там петь нечего. У него потрясающий диапазон, а он загнан в какие-то вот условности, причем хорошо выполненные группой Би-2, с их характеристикой голоса, а ему там мало. Ром, давай все-таки, а? Ну так, как он может, давай его покажем со всех вот точек зрения, а? Слав, ты со мной согласен? Абсолютно, Лолита. Правда. Мне именно этого не хватило. Она тебе мала, эта песня. Леонид Емельянов, Роман Ермольник. Да. Ну, вы поняли. Одно дело проявить какие-то вокальные данные, мастерство и способность держаться на сцене. Другое дело попасть в материал. Вот вы в него абсолютно попали. И это очень важно. Спасибо вам большое, Леонид. Спасибо. Ну что ж. Мы ждем с нетерпением слова ваши, Алла Борисовна. Обладая шикарным голосом и диапазоном, все время Роман загоняет его в какие-то узкие рамки вот этого такого актерского пения. И удивительно, что Ярослав с этим справляется. Я, честно говоря, в изумлении. Ты большой молодец. Я желаю тебе удачи и надеюсь проконтролировать следующую песню, чтобы она была... Да ты мог бы и сам посоветовать, что бы ты хотел спеть. Я еще раз повторяю, под лежачий камень вода не течет. Если ты хотел бы петь другую песню, раскрывающую твои возможности, сказал бы и спел. Предлагайте. Спасибо. Я понял. Спасибо, Мария Борисовна. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Уважаемые телезрители, вы знаете, что нужно делать? Нужно срочно отправлять смс цифрой 7 на номер 1819 или звонить по телефону 8 803 333 4907. Ярослав Дронов! Спасибо.